Будущее всегда для нас остается загадкой, и мы никогда не сможем открыть для себя все, что нас ждет в будущем. Но иногда жизнь посылает нам некоторые знаки, которые могут быть очень полезными для подготовки нас к тому, что нас ждет. И сегодняшний тест может быть именно тем, что вам нужно. Чтобы пройти этот тест, вы должны позволить своей интуиции направлять вас. Выберите одну из трех бутылочек эликсира, которые вы видите на картинке, и узнайте, что ваш выбор откроет вам. Если вы выбрали эликсир номер один, то сейчас у вас в жизни не все так просто. Одиночество и желание сдаться постоянно истощают ваши силы, и эту ситуацию действительно трудно преодолеть. Однако в скором времени все должно решиться. Все снова встанет на свои места, и солнце снова засияет в вашей жизни. Как бы ни была сложна ваша жизнь, решение придет, когда вы меньше всего будете этого ждать, и вскоре вы снова будете улыбаться и делиться хорошими эмоциями с теми, кого любите. Вы очень сильный и мудрый человек, поэтому лучшие моменты вашей жизни придут к вам в ближайшее время. Просто наберитесь терпения, потому что этот этап имеет основополагающее значение для вашего будущего. Если вы выбрали эликсир номер два, то вы думаете, что перемены, которые вы так долго ждали, уже никогда не придут. Но вы ошибаетесь, потому что скоро ваша жизнь изменится. Она станет намного лучше, чем вы могли себе представить. Позитивные изменения в вашей жизни неизбежны, они являются прямым следствием ваших действий и навсегда преобразят ваше будущее, принеся вам новую мотивацию и побудив вас посвятить себя еще большему счастью. Вы будете чувствовать себя счастливее. Будьте готовы, потому что лучшая фаза вашей жизни вот-вот начнется. Выбранный вами эликсир номер три говорит о том, что как будет формироваться ваше будущее, будет полностью зависеть от ваших действий в настоящий момент. Вы по-прежнему эмоционально очень привязаны к событиям из своего прошлого и позволяете этим чувствам мешать вам жить в настоящем. Для того, чтобы существовало позитивное будущее, важно, чтобы вы не позволяли вещам, которые ушли, оставаться в центре вашего внимания. Есть много новых положительных вещей, готовых войти в вашу жизнь. Деньги, новая любовь и неограниченное общение, но вы должны быть действительно готовы к их приходу. Определите свое позитивное будущее и постарайтесь его проявить. Вы можете создать для себя новую жизнь, вам просто нужно суметь сделать первый шаг к ней навстречу. Мне очень интересно читать комментарии с вашими результатами, поэтому не забывайте ими делиться. Также не забудьте подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. Ну а у меня все на сегодня. Желаю всем хорошего настроения. Пока-пока.